Всем привет! Ну, сегодня поговорим о сборке Linux Mint KDE, 18.3. В дальнейшем Linux Mint прекращает на ней работу, но сборка будет годна до 2022 года, будет поддерживаться. Значит, ну что здесь? Вот посмотрите, нюанс какой интересный получился у меня. Так, сейчас мы тут пароль единичку заведем. Первое. Вот видите, практически образ грузится. Создавал я его программой SystemBug. Я его в начале на ядре 10.12. Образ создавался SystemBug'ом, а на виртуальной коробочке он не проигрывался. Программы OQ я понизил ядро до 10 версии. На 10 версии, значит, и образ создается нормально. И, как вы сейчас видели, на виртуальной коробочке он и смотрится нормально. Вот такой здесь нюанс. Программы в основном здесь все... Как говорится, вот самые основные установлены, настроены. Смотрите сами там, что не нужно, удаляйте. Это, по-моему, гораздо проще, чем там с самого начала брать все настраивать. Вот, взяли ненужное, поубирали, поудаляли. Через синаптик тот же можно, да, через менеджер пакетов. Да, беспроблемно. Вот, штука хорошая. Сборочку я размещу на кладовочке. Значит, ну что, со временем еще сделаю 18.3 для X-Face, а дальше я думаю, что уже особых телодвижений делать не буду, там хоть там 19 появится, хоть 20 минут, будете просто обновляться и все, вот, потому что общие принципы установки и настройки программ, они особенно не изменились. Начиная от 17-го минта до 18-го. Ну, были там небольшие, конечно, нюансы, но, в принципе, с ними можно справиться. Вот таким вот образом. Значит, сборка хорошая получилась. Значит, вот здесь я сделал, видите, прячется у меня CryoDock. То же самое я могу сделать, чтобы прятался у меня и Plunk. Ctrl. Правая кнопка мышки, предпочтение, поведение, и вот автоматическое скрытие. Все. Надо, навели, нажали, все. То же самое на CryoDock. Так же самое на CryoDock можно сделать, чтобы наоборот всегда было все видно, чтобы она не скрывалась, панелька. Вот тут держать скрытой, а вы нажмите. Всегда наверху, допустим. Применить. Вот и все. И она у вас будет постоянно здесь сидеть. То есть выбираете те опции, которые вам нравятся. Значит, вот запомните нюанс. На ядре 4.10.3 все работает нормально. Полезете в программу OQ, будете там повышать ядро там до последних версий, ну, получите по полной программе, потому что уже на ядре 4.12 уже виртуальная коробочка отказывается нормально работать. Как, допустим, это дело можно сделать? Ну, вот смотрите. У меня есть менеджер пакетов Synaptic. Поэтому же принципу можно любую программу будет, в принципе, удалять. Я через терминал, правда, но я поставил через терминал программку вот OQ. Вот она, красавица. Но мне сейчас ее всплывающие сообщения вот полностью удалить хочу я ее. Не нужны. Наигрался с этими ядрами, с меня достаточно.
то ядро, которое вот работает нормально, я его и оставил. Желаете экспериментов на свою голову, мешать не буду. Пробуйте, творите, дело уже ваше. Так, ну что, удалили. Значит, ну что, ну кеды есть кеды. Значит, в кеды единственное, что я вот еще поставил, всегда мне нравился этот двухпанельный файловый менеджер Crusader. И я вывел у него еще значок, вот, работа в корневом режиме. Что-то там нужно вам, нажали на эту папочку, завели пароль единичку, и работаете уже в новом окошке, в двухпанельном, но в корневом режиме. Тоже очень хорошая такая штучка, могу рекомендовать. Вот. А все остальные программы, значит, представлены довольно-таки прилично. Ну, давайте посмотрим интернет. Dropbox, значит, качая, значит, нажимаете, вводите свои там данные или регистрируетесь, и все будет в порядке. Значит, MegaSync, кладовочка на 50 гигабайт бесплатная. Зарегистрированы, заводите свои пароли и пользуйтесь. Нет, регистрируйтесь, получите 50 гигабайт на облаке бесплатно. Вот. Ну, паром, телевизор, Skype, последняя версия TeamViewer. У Get хорошая программа для скачивания больших файлов. WhatsApp, он должен у вас стоять на мобильнике, и здесь вот он с ним очень хорошо сопрягается. Wire, значит, ну, два браузера, значит, торрент клиент. Все, как говорится, как полагается, все есть и все то, что надо. Офис, ну, офис, вот, смотрите, что там, далеко бегать не буду. Последнюю поставил я версию офиса, шестерочка стоит здесь. Вот. Хороший, нормальный офис. Сейчас давайте посмотрим, у него версия какая. Вот, check for updates, проверить на обновление. Вот, LibreOffice 6.0. Is up to date. Это означает, что обновленный. До самой последней, как говорится, версии. Вот и все. Ну ладно. Значит, для любителей кедов я, значит, сборочку эту сделал. Пользуйтесь, смотрите, отписывайтесь, как там, что у вас на вашем железе, как оно работает. Вот. Под видеороликом ссылочку, откуда скачать эту сборку, найдете. А так желаю вам всего самого доброго, всяческих успехов и удач, и до новых встреч.